Супер. Компания Sky Atlantida. Сейчас будем потихоньку стартовать. Нужно будет бежать, давайте бежать. Guys, please. Talk, okay, he will guys, go guys, him. Please. Okay, no problem. With your friend. Please, please. Closer, closer. Yeah. More. Keep with her. Please, guys. I'm. Да. Ищи, Бежи. О, класс! Нет, вообще очень нравится. Я старался помягче. Спасибо. О, вообще красота. По кругу поснимаем. Я девушка. Это стоило лететь сюда. Я знаю, что я делаю, потому что это довольно красиво. Слезки, правда, от ветра. Ну, в маске тоже. Маску не да, надо смотреть своими глазами. Просто летишь я, на барабане. Я, в принципе, сам вынужден одеваю маску, только из-за того, что я часто бывает, когда и снег смывается, и если кто-то в глаз попадет, то... Ну, да. Как я буду садиться, там обязательно рассчитаю от посадки. Вот, а у пилота такой. А у тебя ты если не управляешь, то... Если вдруг придумаешь какие-то трюки сделать, сделаем. Это 50 лайн стоит. Обычно это того стоит, но это как бы смотри на бюджет, и кажется, что бюджет и самочувствие. Если не укачивать, то вот. Ну типа вот так, да, типа. Да, там пошли. Так вот оно просто мягко. Да, это вот только на параплане. Ты где-то, я не увидела, да, вот этих всех видов. Шикарных. Вот уже высота метров 800. 800 метров, да. Ну, над уровнем моря где-то 350. Поэтому тут площадка, летом она пользуется большим. Такое полукруглое, как подкова. А зимой здесь как? Ой, зимой, летом, что здесь? Летом, да, много, походы все походы да? делают, да, и парапланы у меня все лето летают. И всякие квадроциклы, лошади, эти байдарки, всякие рафтинги, просто столько всего не перечислить. Это по-другому совсем. Там площадка есть. Серьезно? Да, вот там.
Гагарин на Лауре. Вот это новый пас. Маленькая речка есть. Да что-то там потихоньку. Да тут все время все строят. Конечно. Недвижимость, по-моему, сейчас даже в любом городе пытаются что-то строить и продавать. Да. Так у меня палка читается. Да, держи. Это другой совсем полет. Сейчас поймешь разницу. Да-да-да! Становишься, ну, чтобы мы никак не повлияли на ногу, лучше ей не дотрагиваться.